Так, я первая проснулась. А почему ты не спишь? Сейчас ведь только 7:00. Потому что нам пора на учёбу. Каникулы ведь! Посмотри на календарь. Упс. Ну подумаешь, люди тоже делают ошибки. Пять минут и жду в машине. А завтрак? А завтрак? Как же? Поешь в машине. Включи музыку, между нами тает лед. Нам надо в школу, а мне на работу. Никаких песен. Вот, бери айпад. Пока. До вечера. Ну ладно, когда я буду дома, с тебя мороженое. Убедила. Как всегда. Все, я поехала. Угу. Ну вот, никого. Сбегу-ка я домой. Дом, мой милый дом, милый дом. Так, где там мороженое? Ладно, пойдем Skittles или Snickers. Так, а почему ты не в школе? А ты почему не на работе? Я взяла отпуск. А у нас ветрянка. Ну ладно, но откуда ты взяла Snickers? Я... учитель подарил. У вас ведь ветрянка. Но мне об этом ведь учитель сказал... Он там эти тетради забирал, а я одна не сдала. Окей, ну ладно, я пошла спать.